утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Сейчас, где же тут моя самая красивая ленточка? Ой, сейчас я тебе такой бантик завяжу, что все удивятся. Шунечка, привет. Здравствуй, Зубок. И чему это мы должны удивляться, интересно? О, ух ты, у тебя новая кукла, да? Да, знакомься. Ага, здравствуй, куколка, кукла. Ой, ну что ты делаешь, Зубок? Как что? Ты же сама сказала, чтобы я с твоей куклой познакомился. Ну да, сказала. Только зачем ты ее за косу дернул? Эх, Шуня, Шуня, видно, маленькая ты еще у нас. Самых простых вещей не знаешь. Да это же такая специальная шутка для знакомства. Пошутишь так, и сразу будет понятно, какой я веселый. А мне кажется, что после такой шутки новый знакомый может подумать что-то совсем другое. Здравствуйте, друзья мои. Здравствуй, Лёш. Интересно, а что тут еще можно подумать, а? Я бы после такой шутки подумала, что ты, Зубок, никакой не веселый, а очень даже дрочливый. А еще, что ты можешь обидеть. Что? Я могу обидеть? Да если хочешь знать, я такой, я добрый. Да подожди, Зубок, мы-то знаем, что ты добрый. Во, добрый. А другие, может быть, попробуют познакомиться как-то иначе? А как иначе, а? Ну, например, сделать для своего нового знакомого что-нибудь приятное. Ну, например, предложить ему свою любимую игрушку поиграть. Ах, это, пожалуйста. Так, сейчас, о, моя машинка. Вот, пожалуйста. Ой, красота. Держите. Ой, ну ты что, Зубок? Как что? Я твоей кукле свою любимую игрушку предлагаю. Ты что, не понимаешь? Ну, твоя машинка чуть не задавила мою куколку. Да, могла случиться неприятность, Зубок. Разве ты не мог просто свою машинку принести? Как же я ее просто принесу, если я с твоей куклой пока еще не знаком? Ой, а ведь и правда. Леша, а как же тут быть? Я думаю, что поступить нужно так. Зубочек, ты возьми игрушку, подойди, скажи «здравствуй», скажи «вот моя машинка, давай играть вместе». Вот это будет хорошее начало дружбы. И все? Так просто? Иногда даже самые простые вещи бывает сделать очень трудно. Ха! Только не мне! Я свои игрушки кому хочешь предложить могу. Сейчас сами увидите, как это у меня отлично получается. «Здравствуй! Вот моя машинка. Давай играть вместе. Давай!» «Спасибо большое. Только знаешь, что-то мне не хочется. И мне бы не захотелось. Лучше мы с куклой в дочке-матери поиграем». «Почему? Почему в дочке-матери? А я опять что-то не так сделал, да?» «Зубочек, ну ты сделал почти правильно». «Ну почему почти, Леш?» «Видишь ли, Зубок, важно не только, что ты говоришь, но и как ты это говоришь. Вот попробуй еще раз сказать то же самое, но только как-то подобрее, поприветливее, повежливее. Давай, попробуй». «Да? Ну ладно, попробую. Здравствуй, меня зовут Зубок». «А меня зовут Малышка». «Смотри, какая у меня машина, Малышка. Давай поиграем, как будто ты и Шуня на моей машине отправляетесь в путешествие, а?» «Это же очень интересно будет, правда, Малышка?» «Я тоже так думаю». «Подожди, Зубок, а куда мы поедем и что там увидим?» «Мы поедем в кругосветное путешествие. Сначала на машине, потом на поезде, потом на корабле. И увидим столько всего нового». «Вот здорово!» «А главное, вы познакомитесь с новыми друзьями».
дергать за косички и говорить сердитым голосом, правда? Конечно. Ура! Ну вот, знакомство состоялось, а значит, дружба началась. Ну что, едем в дальние дали? Едем, едем, едем! Только сначала давайте попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго и храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.